Посмотрите, что сейчас на данный момент в тренде на YouTube. На первом месте прямая трансляция, которая закончилась 2 часа назад. Канала Навальный Лайв, где он ответит о митингах по всей России 26 марта. И полчаса назад на втором месте было, из-за чего я хочу это показать, на втором месте было видео мистера Макса. Гигантский Лего Бэтмен крушили конструкты, машины из Европы Бэтмен, Building Bricks. Офигеть, люди. Ну, понятно, сейчас, видимо, на большей части русскоязычной аудитории, территории, где проживает русскоязычная аудитория, детское время заканчивается, поэтому мистер Макс полз на 4-е место. На 2-е, 3-е вышли митинг по рынке. Британской королевской гвардии что-то, и танцующие туристы, вот эти не знаю. Ну вот, вот такое крутенькое.